Саша, ну почему? Почему ты не работаешь? А чё работать-то? Весна же на дворе, ё-моё. Вот, Александр, если вы не будете работать, будете дворником. Да всё нормально. Вот, а я же говорил тебе, Саша. Работай. Проснись, Саша, проснись. Чё, кошмар приснился? Да, кошмар. Ну всё, вставай, работать пора. Блин, я бы с такой метлой не жаловалась бы. А что надо делать, куда вставать?